Алексей Слукин познакомился со своей супругой случайно в парке и сразу понял, это любовь с первого взгляда. Супруги вместе уже 11 лет и воспитывают 6 детей. Мы увидели друг друга, и что-то мне это третье чувство подсказывало, что это моя половинка. Воспитанию детей уделяют большое внимание. Сложно, но сложнее маме. Конечно, я в работе, то есть у меня вот один выходной, я все время в работе, потому что семья большая, то есть кормить нужно. Пока муж на работе, у меня старшие стараются после школы погуляют, уроки написать, потому что знаю, что с утра нужно маме помогать. Кому в магазин сбегать, кому по дому убраться. Вот я готовлю. Стараюсь утром приготовить завтрак, обед и ужин на целый день. Вот. И часик мы выделяем на то, чтобы позаниматься. Рисуем, лепим, потом у нас тихий час. Когда семья выросла сразу на 3 дочек, Юлия вдруг столкнулась с тем, что перестала успевать по хозяйству. Для трудолюбивой женщины это было неожиданно. А теперь в большой семье у всех свои задачи и обязанности. Мама научилась их справедливо распределять. Каждому поручается работа по силам. Сегодня все пекут маме торт. Мама мне говорит, там в магазин. Я еду быстро в магазин. И приезжаю, потом мама помой полы там или что-нибудь еще. Я быстро делаю это. С папой, иногда папа меня разговаривает со мной, чтобы я уже понимала, что надо делать. Чтобы я слушалась маму и помогала ей во всем. Я папе помогаю. Делай так. А маму любишь? Да. Как любишь? Так вот, люблю. Благодаря тому, что мама умело ведет семейное хозяйство, у папы есть возможность заниматься любимым делом. Алексей Алексеевич за 2 освоил музыкальный инструмент и играет в церковном хоре. Семью Слукиных в Гастагаевской очень хорошо знают и уважают за доброжелательность и умение воспитывать детей в доброте.